Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. США заявили о нежелании обсуждать с Багдадом вывод войск из Ирака. В Вашингтоне не намерены обсуждать с Багдадом вывод американских войск из Ирака, об этом заявили в Госдепе США. Во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов подчеркнули, что любая американская делегация, которая будет направлена в Ирак, станет обсуждать не вывод войск, а то, как правильнее эти войска в Ираке разместить. В дипведомстве отметили, что американские войска в Ираке являются силами добра на Ближнем Востоке, а их целью является борьба с запрещенным в России исламским государством. Напомним, 5 января парламентарии Ирака проголосовали за вывод с территории страны всех иностранных войск. Это решение иракский парламент связал с произошедшей 3 января атакой США на багдадский аэропорт. Напомним, в результате того удара был убит иранский генерал Касем Сулеймани. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.